все по погонке, еще сюда не шло, ты проедешь его. А, блядь, сейчас там делать нет, там на УАЗе едет вот, продавец магазина, на ступени. А там есть дорога к вам на Старицкое, это, блядь, через Полубратово она как-то выходит туда, на Старицкое шоссе. А где она там вылазит, в какой деревне? Чуть дальше вас. Понигина, здесь по Понигина. Ну, Понигина, ты уходишь направо. А, выходит, она с Хаверкова. На Полубратово с Хаверкова выходит, да, на Старицкое шоссе. Так, ручник есть. Не работает. Ну тяга в сборе во всяком случае. У меня есть комплект и тормозов нет. Ручник, тормоза, все в сборе. Единственное, еще вторая тяга, не пойму чего. Включение. Вот смотри, вот это ручник. А, не, вот это ручник, а это? Так вон тебе включение. А, что через через втулку здесь. Да, 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 все верно. Это ВОМовский. Ну, и у меня не такая кабина. А это газ-ручник. Пошел. Это включение блокировки, все на месте. Единственное, все. Это. Да ты этот, самое главное, не говори, а мы все. Да смотри, смотри. Да, да, скажем. То есть. Комплекте, не комплект. Купил я его в 2097. Так он и есть. Угу. Жалко, конечно, друзья будет. Резин 13, да, Вадим? Да. Узко. Почему? Нет, 15,5. Чего вы на 38? А у него с одной стороны одно. А. Передний мост. А, весь регулирован. Отрегулировавший. А, это крыло откручено. Понятно. Понятно, да. Это все старого образца. Это уже меняли в наше резина время. Да. Колонка старая. Ну, какого он? 93-го года. Ну да. Это вся мертвая резина. А, вот здесь симпатичней. А что, сверху масло лили, что ли? Здравствуйте, с той стороны проб. Ну так я вижу, так я и спрашиваю, а что он весь этот? Это сажа, епта. Отогревали, епта. Мопуска, что там? Ну а сейчас тебе тот он. Минералка в нем, нет. Ну, моповская. Нет. В нем, блядь, еще я в том году, блядь. Стартер еще родной. Я в мупе ничего не брал. В родной. Проводка еще родная. А что там эти? Нету? Кого? Фонари-то. У него не было в морге фонари. Не было? У него стоит. Родные его. Старый уж, да, не было. А капот не родной. Родной. Нет. А где пускач тогда? Вот он, дыра под пускач. Так а здесь же стоит стартер. Ну и чё, а? Так не родно. Ты чё, плиту ставь пускач и вперёд. Ну, капот. Завода идёт с таким капотом. Нет, завода он идёт стартерный. Ну, значит. Меняешь плиту вот здесь, а капот тебе идёт уже родной. С ним. Это был пускачёвский изначально. Да не был пускачёвский, он изначально стартерный. Ну ты его уж купил стартерный. Он изначально стартерный шел. Знаешь, капот поменяли, капот не от него. Смотрели на. Как ты делал, когда я его с этим капотом купил? Ну, может, в 97-м году. Вот я тебе объясняю, он не мог стартерный идти вот с этим пускачевским крышкой. Ну хуй. Пускач-то не есть. Да, да. Блокировка тоже работает, да? Блокировка гидравлическая, трос нужно протянуть за сумму, нахуй туда. Ага. Да понятно. Так, весь комплектный. А, этот коробка. Масло есть, проверили? Проверяю. Этот, пружинки нету, а ты говоришь комплектный. Ну ёпты, я тебе сейчас найду. На сцепление. Давай. Резине вообще пизда нахуй. Этой полностью. Значит, этих, кабина вареная. Все комплект. А этих, трубок сзади нету. Центральный цилиндр выломанный. Это все.
Сейчас мне там кто-то звонит. Сейчас. Да. Да, да. Да. Да, да. А чё, а какое вам надо, в чем? А вот в кипах маленьких, тут я не красил, на Зафире приезжал, две кипы покупал. А сколько вам надо? Осталось, пару кипушек осталось. Приезжайте, берите. А? Приезжайте, берите. А это во сколько можно подъехать-то? Во сколько хотите. Ага, ладно, ладно, спасибо. Всё. Так, в задней кабине пизда полная от этих. Угу. Этот. А, это крышка есть. Нету трубок взад. Выведены шланги. Да. Ты говоришь комплектный. Это плохо? Не, ну комплектный. Здесь должны быть трубки. Должны быть. Да, ты говоришь комплектный. Видишь, трубки. Упростили систему. А, ну. Я эти шланги просто, когда лопату цеплял, нахуй, я хуяк наперед вытащил, нахуй, и все, я просто упростил. Эту хуйню. Хотите себя ставить, хотите ее спилить. Видишь, блин, загнул пальчик, нет, пилить, болгарь. Так. Есть пальчик, есть. Да нет, я. Ляжки удлинительные есть под плуга, под косилку, под хуйню. Да это самая мелочь в этом тракторе. Это просто. Мелочь самая. Ай, даже этот, блин, подогреватель есть, на. Ёптуна. И глушилка есть, на. Глушилка тоже есть. А этот, такой. Это компрессор, я колёс качал. Так, это стоит, есть. Растяжки стоят, есть. Радиатор новый. Был по году назад. Блокировку тросик, завернули тросик всю. Сделать, да, это вся шторка. Шторки шторка она внизу, по-моему. А, нет, радиатор снимает, скорее всего, и выкинули. Нет, ей да, выкинули, выкинули. Она за это вот. Ну и сколько на нем давление было? Ну, просто тройку, да? Тройку, да? Да. Это продвижок, говорит. Да, да, да. Тройку, да. Вот я тебе скажу сразу, его тут не насиловали, не ебали. Ничего вообще с ним сильно не делали. Он у меня заводился за зиму, дай бог, раза три. Ага. Вообще каждую зиму. Он меня особо не делать нечего. Я только он летом не эксплуатировался, я на нем косил на особо, поэтому. Движок не ушатан, а ничего, единственное, что только нужно сделать будет, нахуй, это отрегулировать клапана, нахуй, и форсунки. А где защита-то? Все есть. Есть, да? Это я снимал этот двигатель, видел. Ага. Они все три есть, да? Все три. Все кожуха есть. Четыре. Здесь с двух сторон двойная стоит, да? Нет, там одинарная, на спорой одеваешь, это все. Ага. Печка работает, да? Нет, тут ничего вообще. Она приемно разморозилась нам, не села. Я хотел сюда эту, как его, блядь. Ну я понял. Угу. Топливо там. Да, даже этот работает хуйня. Только он пиздит, равно работает. Эти все работают. Кроме воздуха. Кроме вот этого. Воздух. Да, он его нахуй не нужен. Ну его нет. Нету, потому что. Он сейчас раком стоит, поэтому, видишь, педали. Угу. Вот так она нормально. Видишь, прорыв. Подварил. Угу. Надо кабину выравнивать. Это обычная история. А это вот, полез 2 недели назад. Мучка, сука. Полез, блядь, по лесу. Хуяк, это лесу рот нахуй. Хуй знает.
И в смысле, как вообще не выйти? Понятно, ёбка, это нормально, не время. Такие здоровые бензеры, по уже там два хуячка. Орел прошел за орлом, блин, такой невзрачный поворот, блин, видишь, поворот толочки, у нас не ингредиент. И стоит фигурка наша, блядь, бедная. Все, в этих солдат, нахуй, сапожку, ну липку по пизду нахуй. Стоит, блядь, такая, концы, блядь, мороз 25, нахуй. Она ждет, она их кто-нибудь погреет, пустит, нахуй. Блин. Не разъебанный. Есть еще одно колесо, такое, ну, без звезды. Сам диск. И диск. Покрышка, въебала камера, покрышка новая, только узкая, 40. Не, мы наоборот хотели шире поставить. А наоборот, а у меня, блядь, по там нашим телекам, мы только на узкие есть, порядок. Прорезает, хорошо ебасно. Так, самое интересное. Смотрел. Ага, есть, да? Уровень. Ага. Но его не ест. Если знаешь, какой косяк, вот здесь подтекает. Шланг от старости уже пришел в негодность, и он тут маленько соплит, видишь? Ага. А что еще в контактах есть? Угу. Что тут здесь нам надо? Лопату не отдам, но не моя. Давай сюда. Все, давай. Да, дам все, если будете брать, мне он нахуй не нужен. По поводу качулки тоже поговорю, если ротор вас интересует, а пожалуйста. А все в комплекции? Сразу все в телегу погрузите и ебашки на фоке. Поросенок перебирать. Блядь, а как это было? А, да, дворника нет. Так ты же сказал, его перевезешь. Да перевезу, блин, на его квадре, блин. И прицеп в укладах стоит. Встает, перевозили. Вот, привозили. Он по, как, по краю. Смотри, какой его квадр? Не-не, ну площадка-то 2,20. На 5-метровую встанет. Нет, привозил этот Hyundai, блядь, какой он. 90, нет, затаскивали, подкладывали они. Ага.